Доброго времени суток. Цитата дня на сегодня. Не выбирайте легких путей до тех пор, пока не научитесь ходить сложными. А здесь я демонстрирую вторую волну вешенки на штамма М5 на тюке. На инокулированном тюке соломы. Я умышленно удержусь от любых комментариев. Я просто, целью этого видео является публикация того, что есть на сегодняшний момент. А выводы давайте мы все сделаем под этим видео. Каждый, что думает о таком способе выращивания, пусть, если есть желание, конечно, добавит внизу своих мнений в комментариях. Вот так вот выглядит тюк. Ну, вот так вот выглядят дальше грибные блоки. Вот это королевская вешенка. Я уже множество видео сделал об этой королевской вешенке. Ну, смотрите. То есть королевская вешенка вот здесь забыли собрать. Видите, уже мицелий пошел на самих грибах. Нужно сейчас сделать сбор урожая. Что-то мы упустили этот момент. Здесь тоже королевские вешенки. Ну вот смотрите, вот королевская вешенка. У нас постоянно есть свежие грибочки к столу. То есть я очень люблю особенно королевскую вешенку, особенно по-корейски. Элементарно готовится с приправой для моркови по-корейски. Растительное масло и немножко уксуса. Вот и весь салат. Еще раз беру крупным планом этот тюк. Буду благодарен всем, кто выскажется по этому поводу. А с вами был Макс Селлер. До следующих публикаций.